маэстро! Să auzim mai multe aplauze, pentru că e momentul culminant al acestei seri. Desigur, cecul, insigna care confirmă noul statut și florile recunoștinței. Să imortalizăm acest moment, felicitările noastre și cred că fiecare dintre cei prezenți pe acest platou minunat la Castelul Mimic trebuie să tindă să ajungă la acest statut. Până dată asistență, în continuare, vicepreședintele, conducătorul regiunilor centrale și de vice-sei, directorul general al Rusiei, Catrin Aragvarov. Поздравляю! Награждать вас такое новое звание, самое высокое новое звание сегодня у Орифлейм Молдова с такой высотой, я не знаю, что-то можно больше мечтать или нет. Это круто, правильно же? Я хочу вас поздравить с этим званием и сказать, что вы не только сделали это звание для себя, а вы сделали очень сотни красивых, уже красивых женщин в Молдове еще красивее и более успешные. И это как раз суть нашего бизнеса, да, показать всем нашу красоту и успех. И вы это очень круто сделали, и сейчас ваше следующее звание обязательно же бриллиантовый директор, правильно же? Так что успехов вам, успехов вашей команды, которая здесь, и очень крутой результат, и спасибо огромное. Друзья, хочу в первую очередь поблагодарить вас всех за вот такой теплый энергию, за вот эту энергию, которую вы сейчас дали, когда я пришла. Я хочу сказать спасибо своей семье, своей маленькой дочке, с которой я начинала, ей было 5 месяцев, моему супругу, который никогда не мешал. И хочу сказать спасибо огромное менеджменту, потому что я шла сейчас, и я понимала, что La Dolce Vita, да? Ну что может быть сладче? Что? Это Орифлейм, вот. И, конечно же, мое сердце, ребята, это отдано моей команде. Нас сегодня более 50 человек. Я вас обожаю, я вас люблю. Я знаю, что вы будете стоять на этой сцене так же, как я, и с большим еще успехом. Роста. Никогда не сдавайтесь. Слушайте свое сердце, идите вперед. Я вас люблю. Всем роста! Ридана, я знаю, что вашей дочери сегодня нет с вами, да? Мы делали вам один раз этот сюрприз, когда она приходила, вас поздравляла. Но вы всегда говорите с такой любовью про вашу семью. Поэтому, если есть Евгений, нас видит и слышит, Евгений, давайте поднимайтесь к нам, к Ларидане. Потому что я думаю, что ее результат и ее удовольствие от этого ничего не значит без вас и без вашей семьи. Евгений, друзья, давайте поддержим Ларидану и Евгения и поздравим с этим реально крутым результатом. Спасибо большое. Noul safir director Orifleim, Loredana Boyko și întreaga ei echipă! În aplauzele dumneavoastră! Sunt atât de mulți încât e imposibil să încapă tot pe scenă, dar oamenii buni se adună și își găsesc loc oricând și oriunde. Aplauze pentru noul safir director Orifleim, Loredana Boyko! Haideți să susținem cu aplauze! Ne ovaționăm!
Acesta este rezultatul unei munci în echipă. Iar atunci când ai o echipă bună, succesul este garantat. Mulțumim mult! Mulțumim din suflet! Loredana Boyko, noul Zafir director Oriflame. Și această echipă extraordinară pe care o are. Un director bun este făcut de oameni buni. Timpul este cel mai prețios element pentru oameni. Omul de succes știe cum să pună energia în timp și cum să extragă succesul din timp. Iar Oriflame este garanția succesului. Care își continuă calea.